Детонатор. Живлення. Є картинка. Готовий. Все, я полетів. Ви откуда? Україна. А конкретні? Ну, сейчас я в Донецкой области, вообще я из города Харьков. Понятно. Ну, то есть, все равно все близко. Рядом. Я из Саратова. Что чудесно, вы хотите сказать? Замечательно. Есть у вас вопросы какие-то к Саратову? Может быть, у вас что-то есть. Я хотел узнать у вас про Чернигов. Есть какие-то новости? В новостях вам что-нибудь рассказали, нет? Я в телеграм-канале слышал, что какое-то количество жертв, там какой-то прилет, но подробностей совершенно не знаю. Понятно. Понятно. Вот я тоже хотел бы узнать, но я сейчас просто не рядом с компьютером, поэтому вот не могу этого выяснить. Не могу вам ничего сказать, я просто видел сообщение в телеграм самого общего вида. Понятно. Ну, что погибли люди там и так далее. Ясно. Говорят, наемники, да? Ракету запустили наемники, вы думаете? Нет, ракету Россия запустила по гостинице с наемниками. И там плюс еще ваши какие-то высокопоставленные офицеры были. Угу. Ну, в общем, попали куда надо. Понятно. У нас тоже, когда в Харькове по гостинице попали, тоже говорили, что там были какие-то наемники, натовцы там, там и так далее. А там беженцы были. С а там и просто там пустой почти стоял отель, журналисты были и пустые номера. Просто никто не видел там, скажем так, большого количества этих самых каких-то скорых помощи там и так далее. Ну, не видел и хорошо. Ну, все живы, все. Все, да, да. Ну, самое главное, любую ракету. Можно, я не знаю на самом деле, что там произошло в Чернигове, но сказать про наемников можно всегда. Да, конечно. А что? Что не сказать-то? То ли дело, так сказать, когда Россия нанимает там где, в Непале, там еще где-то. Кого нанимает? Ну, там же пленные даже. Не пальцев. Из Непала граждан. Ага. Россия нанимает, нанимает. И они там пленные. Или там, например, они гастарбайтеров, когда гребут, так сказать, в военкомат. Да. И в армию отправляют. И в армию отправляют. Да. Ну супер, ну супер. Ну супер, да. Прекрасно, да, это здорово. У нас же их много, гастарбайтеров-то. Много, да, но уже меньше стало. Можно россиянам уже даже не меньше, воевать. Меньше, меньше, меньше. А куда они делись? Ну, как бы, это самое, не хотят же жить и воевать. И что делают? Не знаю, уезжают в другие какие-то местности. Да нет, начинают у нас же себя их не применять. Их же их не выпускают. А, их не выпускают. Ну, вам виднее, да. Я тут не спорю. Ну, понятно. Понятно. А что спорить, если не знаешь? Ну, чего спорить? Ну, действительно. Угу. Один вопрос. Заключительный, можно? Умный, да, такой. Достаточно умный. Достаточно. Хотя не все украинцы справляются с этим вопросом. Ой, но, вы тем знаете, не менее... тут еще самое главное, чтобы вам ответ понравился. Если ответ не нравится, вы говорите, вы не ответили на вопрос. А вот если нет, ответ нравится, быть... то тогда, конечно же. Тут же, видите ли, в чем дело? Это же не, там, я не знаю, квадратный корень из... кубический корень из 27, правильно? То есть тут оценочное суждение. Можно в любом случае включать какую-то гадость и говорить, вы не ответили. Все верно. Ну, говорите тут вопрос. Же, тут же ж бывает ответ или правильный, или неправильный. Вот и все. Итак, вопрос. Вопрос еще как критерий оценки. С чьей стороны он правильный или неправильный? Ну, давайте шелуху отбросим, поговорим да, конкретно. Да. Итак, вопрос. Если ваш папа поляк, а мама молдаванка. А вы живете на Украине. Вы кто? Украинец. Всего доброго. Как вы, нацисты, замечательно мыслите. Даже, так сказать... Ты
И над вопросом вас даже, вас даже и, как говорится, и ничего с вами и делать не надо. И приветствую вас. Здравствуйте. Вот, как это? А давайте поговорим. Давайте. А может, вы что-то спросите, скажете, а я вам тоже скажу что-то. Или... Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему? Почему объявили АТО? И почему бомбили Донбасс? Бомбили Донбасс? Вот, ну, как бы, ну, бомбили. Почему? И бомбят до сих пор. Объясните мне, пожалуйста. Вы знаете, действительно, до сих пор города Донбасса уничтожают. Вот уничтожили, например, город Бахмут, потому что война идет. Ваша страна устроила Наша войну. Страна. Ну да. Ну это же ваши войска уничтожили город Бахмут. Ваши войска уничтожили Мариуполь. Ваши войска уничтожили Попасную, Волноваху. Вы уверены? Да, я свидетель этому. Хорошо, вы уверены. Это плохо на самом деле. Это нехорошо. Это на самом деле очень плохо. Это очень плохо. Я специально... Сейчас, одну секундочку. Просто согласна. Но скажите, пожалуйста, почему мы тогда его восстанавливаем, этот, город? Я ничего не понял.